Я думаю, что если у них есть здравый смысл еще, что и есть какая-то законность, я думаю, что они отменят это решение. Тем более оно еще, мне кажется, не вступило в такую полную силу, потому что ни дебатов, ни документов, ни представителей. Я думаю, что оно еще может быть аннулировано как таковое. Но мы надеемся. Мы надеемся на справедливость, будем так говорить. Почули конкретную відповідь від губернатора, від голови облдержадміністрації? Будем говорить, кроме как разговоров, они ничего не обещают. Как какую-то как законность, я думаю, что они не решают. И они все подвластны под министров и под министерство. Все. А чому, на вашу думку, це все не робиться? Ну, вам обіцяють, але конкретно нічого не говорять. Круговая порука. Друг от друга зависят, и никто ни с кем не хочет ругаться или что-то выяснять. Если бы были все при власти независимые и делали что-то хорошее для города, для страны, тогда бы, может, был какой-то порядок. А если они друг под друга, то, конечно, ничего не будет, пока не переговорят. С кем говорить? Есть законность, есть решение университета, есть дети, которые против. Я не понимаю, в чем проблема. Ви знаєте, ми зараз в прямому ефірі, і повірте, що нас будуть бачити не лише в Чернівцях, на Буковині, а то і в Центральній Україні. І у вас є нагода звернутися до міністерства і, відповідно, від батьківського складу. Ну, я хочу сказати так, що треба боротися і свого добиватися, тому що на сьогоднішній день я поняла, що без боротьби нічого ми не можемо не добитися, ні закон. Про закони ми взагалі вже, по-моєму, мовчимо. Да? Насколько нас угнетают уже этими законами. И плакать хочется, когда смотришь этот телевизор. Но я думаю, чтобы они одумались и вернули нам наш университет. Тем более все 100-500, да, за того, чтобы он существовал самостоятельно. В университет наш ЧНУ, я думаю, что половина не пойдет. Во-вторых, по закону должны были бы даже прийти и сказать, дети, и представить несколько учебных заведений, да, а не взять как всех скопом. Вы сегодня тут не учитесь, учитесь там. Это что это? Сегодня вы тут не живете, вы живете там. Это что за беспредел? Это беспредел, самый натуральный беспредел. Потому кому-то нужны, может, территории. Но это их проблемы. Многим нужны территории. Если я хочу, например, вот тот дом, я же не могу пойти его захватить и сказать, так, вы метаетесь, вы ни черта тут не работаете, я буду тут жить. Но это что это? Это анархия. Не, ну вы понимаете, улица Садова, она сама цікава по собі. Там будівля, и там дуже великий є шматок землі. Тобто, можливо, що взади цього Садовий строїть Яценюк себе дом, да? І може бути із цього плана йому треба. Ну йому повинно бути стидно, в этом городе родился, выучился, его родители здесь, и так позорить свое имя и своих родителей, и людей, которые за него здесь выступали и голосовали, я не знаю, это надо вообще ни совести не иметь и ни ума, в конце концов, потому что если бы у человека был ум, он бы такого не творил со своим городом, да, потому что мы каждый дбаем про свою оселю, там, где мы живем, да, и стараемся что-то сделать лучше, но не худшее, а это получается все понахапать, а сколько уже можно этого хапать? Еще щеки не лопнули ни у кого там, я смотрю. Гарно, я вам гарно дякую. Сподіваюся, що вас почують. Дякую гарно. Хотілося. Дякую.